Нас, 7 человек-реставраторов, восстанавливаем древнейшее святилище Жаронду Аштарджи. Реставрационные работы подходят к концу. Вот здесь мы видим внутренний дворик, это полностью восстановленное, здесь ничего не было. Я сам родился и вырос в горах. До 15 лет я был окружен такими объектами. Очень больно видеть полуразрушенные здания. Как жили наши предки, какими категориями мыслили. Перед нами восстает материальная история. Я стараюсь и детей своих привлечь к этой работе. Если человек растет в современном обществе в отрыве от своей истории, то у него нет будущего, потому что он не знает истоков своих.